меня всегда раздражают такие ответы. Молитвы и посты не помогают. Это ложь. Молитвы и посты помогают. Просто этот человек не молился и не постился. Вся проблема в том, что ему помочь невозможно. Он сам себе должен помочь. Весь вопрос в том, захочет ли он сам себе помочь. А то, что молитвы и посты не помогают, это ложь. Молитвы и посты помогают. И человек освобождается, и не только от сигарет. Чем ближе мы приближаемся к Богу, тем больше мы переживаем Его славу, и нам не хочется прикасаться ни к сигаретам, ни к наркотикам, ни к каким другим вещам. Поэтому изначально неправильный поставлен вопрос. Молитвы и посты помогают. Я очень часто служу людям, и люди приходят ко мне вот с такой темой, типа, Библия не работает, молитвы не помогают. Это ложь. Значит, человек этого не делает. А если сделал, то один раз, и дальше не идет. Ну, извините, с одного раза ничего не помогает.